Йо, хулиганы, всем привет! Вы на канале. Сегодня мы наконец-то узнаем, знает ли Ахренатор героев из игры Schoolboy Runaway. Этот вопрос не давал мне покоя. И наконец-то мы узнаем правду, знает он или нет. Ставьте лайк, если любите игру Schoolboy Runaway, и мы начинаем играть. Поехали! Знает ли Акинатор Андрюшку из игры Schoolboy Runaway? Сейчас узнаем. Ваш персонаж женского пола? Нет. У вашего персонажа два глаза? Вроде бы да. Ваш персонаж ютубер? Нет. Хотя мог бы стримить Roblox, например, да? Ваш персонаж из реальной жизни? Кстати, говорят, что эта игра была сделана по реальным событиям, на основе реальных событий. Но мне в это особо не верится. Нет, скорее нет. У вашего персонажа есть обувь? Да. Ваш персонаж старше 30 лет? Нет. Ваш персонаж существует в реальной жизни? Нет. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Ваш персонаж учится в школе? Да. Вы управляете вашим персонажем? Да. Ваш персонаж из мобильной игры? Да. Живет ли ваш персонаж с мамой? Черт возьми, да, мне кажется, Акинатор все узнал, да. О, май гад! Ребят, неужели Акинатор это сделал? Он действительно знает Андрюшку из игры Schoolboy Runaway? Не может быть. Блин, ребята, это еще раз доказывает, что Акинатор реально работает. Это доказывает, что он действительно знает всех персонажей. Но у меня вопрос. Знает ли Акинатор маму Галю из игры Schoolboy Runaway? Сейчас узнаем. Ваш персонаж женского пола? Да. Ваш персонаж Джин? Нет. Ваш персонаж знает вас? Надеюсь, что нет. Ваш персонаж из реальной жизни? Нет. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Ваш персонаж из игры Бравл Старс? Прикиньте, поиграть за маму Галю в Бравл Старс. Она бы точно всех победила, но нет. Ваш персонаж носит оружие? Ну, разве что сковородку. Но это не считается. Нет. Имя вашего персонажа состоит из четырех букв. Галя. Да. Есть ли у вашего персонажа дети? Да. Ваш персонаж ругал вас когда-нибудь за оценки? Черт возьми, постоянно, блин. Она еще и бьет за оценки. Короче, ребят, неужели он догадался? Я не верю. Да. О-о-о! Галя! Он действительно угадал, ребята. Он угадал Галю из игры Schoolboy Runaway. С ума сойти. До чего он умный? Этот, блин, маг-чародей 30 уровня. У меня вопрос. Знает ли Акинатор мой телеграм-канал, на котором выходят самые свежие новости обо мне и моем канале? Также хочу сказать, если вы подпишетесь на мой телеграм, то вы узнаете, когда именно выйдет песня про побег от родителей. Так что, ребят, подписывайтесь на мой телеграм, чтобы быть в курсе всех свежих новостей. А мы играем дальше. Знает ли Акинатор Гену, папу Андрюшки из игры Schoolboy Runaway? Сейчас узнаем. Ваш персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж видеоблогер? Нет. Хотя мог бы, он бы мог стать, ну не знаю, там, обзорчиком футбольных матчей, не правда ли? Но нет. Ваш персонаж существует в реальной жизни? У каждого второго есть такой отец, но нет. Вашего персонажа человеческая голова? Да. Ваш персонаж похож на животное? Нет. У вашего персонажа есть одежда? Да. У вашего персонажа два глаза? Да. И даже три, я бы сказал. Ваш персонаж герой мультфильма? Нет. Ваш персонаж из игры Бравл Старс? Нет. Есть ли у вашего персонажа волосы? Да, пока что есть. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Ваш персонаж носит оружие? Ремень, но это не считается. Вы управляете вашим персонажем? Нет. Мы от него убегаем обычно. Ваш персонаж связан с миром музыки? Нет. Ваш персонаж хороший? Вот это, конечно, сомнительная тема. Ребят, помогите в комментариях, напишите, является ли Геннадий, папа Андрюшки, хорошим человеком? Вот мне почему-то так не очень кажется. Скорее, нет, не совсем. Ваш персонаж носит очки? Нет. У вашего персонажа темные волосы? Да, вроде да. Ваш персонаж связан со школой? Но он является отцом школьника. Давайте нажмем на... возможно, частично. У вашего персонажа есть автомобиль? Да. Ваш персонаж ругал вас когда-нибудь за оценки? Черт возьми, он ругал нас, конечно. Не может быть, он знает Геннадия. Возможно, они даже учились в одной школе и бухали в одном баре, ребята.
Знает ли Акинатор рыбака из игры Schoolboy Runway? Сейчас узнаем. Ваш персонаж девушка? Нет, он дедушка. Ваш персонаж существует в реальной жизни? Нет. У вашего персонажа человеческие уши? Да. Ваш персонаж как-то связан с аниме или мангой? Нет. Ваш персонаж летает в воздухе? Нет, он очень быстро бегает. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Вы управляете вашим персонажем? Нет. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Нет. Ваш персонаж из мобильной игры? Да. У вашего персонажа есть автомобиль? Нет. Ваш персонаж плохой? Блин, мне кажется, что... Наверное, да. Возможно, это маньяк какой-то или что-то в этом роде. А вы как думаете, кто именно этот мужик? Напишите в комментариях, но я думаю, что, возможно, частично. Имя вашего персонажа состоит из 4 букв? Рыбак. Рыбак, нет. Вряд ли его зовут Рыбак, если честно, я не знаю, как его зовут. Нет. Ваш персонаж участвует в боях? Нет. Ваш персонаж старик? Не может быть. Не может быть, я не верю. Я не верю, что он знает рыбака из этой игры. Да. Ваш персонаж носит... Да нет. Да, он носит шляпу. Ваш персонаж связан с игрой Террария? Нет, подожди, чё. Ваш персонаж толстый? Нет. Ваш персонаж носит бороду? Да. Офигеть! Подожди, а почему его зовут дедушка, а не рыбак? Я почему-то думал, что это рыбак, а не дедушка. Короче, офигеть! Акинатор знает рыбака-дедушку из игры Schoolboy Runway. Я в шоке, ребята. Я в шоке. Я этого реально не ожидал. Знает ли Акинатор лысого друга Андрюшки из игры Schoolboy Runway? Сейчас узнаем. Ваш персонаж женского пола? Нет, он лысый. Ваш персонаж существует в реальной жизни? Нет, но он лысый. У вашего персонажа человеческая голова? Да, и она лысая. Ваш персонаж как-то связан с аниме или мангой? Ну, если это манга про лысину или аниме про лысину, то да. Но нет. Ваш персонаж летает в воздухе? На своей лысине? Нет. Ваш персонаж из видеоигры? Да, и он лысый. Ваш персонаж из мобильной игры? Да. И он лысый. У вашего персонажа есть автомобиль? Нет, у него есть только лысина. Ваш персонаж плохой? Нет. Ваш персонаж школьник? Да. Он лысый. Не может быть! Ваш персонаж лысый? Да. И здесь ничего смешного. Игорь из игры Schoolboy Runway. Блин, здесь даже фотки нет, я прикреплю, ребята. Теперь я наконец-то знаю, как зовут лысого, и не буду его называть лысый. Шучу, буду. Знает ли Акинатор подругу Андрюшки из игры Schoolboy Runway? Сейчас узнаем. Если честно, даже я ее не знаю, поэтому, блин, да. Ваш персонаж женского пола? Да. Вашему персонажу больше 18 лет? Нет. Ваш персонаж из реальной жизни? Нет. Ваш персонаж человек? Да. Ваш персонаж герой мультфильма? Нет. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Ваш персонаж участвует в боях? Нет. Имя вашего персонажа состоит из 4 букв? Если честно, я не знаю, как ее зовут. Нет. Ваш персонаж связан со школой? Да. Ваш персонаж связан с игрой Доки Доки Литерд Клёпы? Нет. Ваш персонаж убивал людей? Я надеюсь, что нет. Ваш персонаж в маске? Нет. Ваш персонаж носит прическу с 2 хвостами? Нет. Ваш персонаж бумажный? Нет. Ваш персонаж ребенок? Да. Ваш персонаж умер? Черт, нет. Ваш персонаж ассоциируется с фиолетовыми волосами? Нет. Ваш персонаж женщина? Да. Ваш персонаж из мобильной игры? Да. Это вообще не то. Это вообще не то. Акинатор посыпался, он не знает подругу Schoolboy Runway. Ну давайте играть дальше. У вашего персонажа коричневые волосы? Ну да, наверное, да. Ваш персонаж носит очки? Да. Ваш персонаж живет в Америке? Нет. Вика! Это Вика! Ее зовут Вика! И у нее, кстати, какие-то пепельные волосы. Я даже не знал, как ее зовут, но Акинатор все-таки справился со второй попытки, но, чувак, ты реально легенда. Знает ли Акинатор монстра Клота из игры Schoolboy Runway? Сейчас узнаем. Ваш персонаж девушка? Ну там фиг поймешь. Ваш персонаж ютубер? Нет. Ваш персонаж из реальной жизни? Нет. У вашего персонажа человеческая голова? У него нет головы. Ваш персонаж похож на животное? Нет. Он похож на кляксу. У вашего персонажа есть одежда? Нет. Ваш персонаж ходит на 2 ногах? Нет. У вашего персонажа есть глаза? Кстати, у него нет глаз. Ваш персонаж всегда молчит? Да. Ваш персонаж умеет передвигаться? Да. Ваш персонаж из металла? Нет. Ваш персонаж из видеоигры? Да. Вы управляете вашим персонажем? Нет. Ваш персонаж связан с игрой Террария? Нет.
Ваш персонаж летает? Нет, он жутко ползает. У вашего персонажа есть руки? Нет. Ваш персонаж маленький? Нет. У вашего персонажа есть рот? Нет. Ваш персонаж плохой? Да. Есть ли у вашего персонажа ноги? Да нет, у него миллиард ног. Я не знаю, считается это ноги за ноги, я не знаю. Ваш персонаж черного цвета? Черт, кажется, он уже догадывается, да. Ваш персонаж из компьютерной игры, да? Связан ли он с Роблоксом? Нет. Этот персонаж умирал? Нет. Ваш персонаж связан с компьютерными играми? Да, я же говорю. Ваш персонаж имеет отношение к онлайн-играм? Нет. У вашего персонажа механические рука? Нет. Ваш персонаж убивал людей? Возможно, частично. Ваш персонаж является глюком? Возможно, частично. Ваш персонаж из Пиби? Нет. Ураборос. Не, это не то. Но они, кстати, чем-то похожи. Непонятное месиво, да? Нет, это не оно. Акинатор, я знаю, это сложно, но у тебя получится. Я подбадриваю Акинатора. Зачем? Я не понимаю. Ваш персонаж жидкий? Я думаю, что да. Ваш персонаж из мобильной игры? Да. У вашего персонажа имеются щупальца? Да. Ваш персонаж связан с пауками? Да. Ваш персонаж похож на паука? Да. Ваш персонаж был в космосе? Нет. Есть! Есть! Это паук, которого зовут Клод. Короче, офигеть, Акинатор знает Клода. Ну здорово, ребят, ставьте лайк за старания Акинатора. Со второй попытки. Если честно, я немножко в шоке. Я не ожидал, что Акинатор настолько хорош. Он действительно угадал абсолютно всех персонажей в игре Schoolboy Runaway. И меня это дико впечатлило. Ставь лайк, если тебя тоже. Подписывайся на канал и на мой телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе всех новостей о моем канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!